Добрый день, Брянск. Привет, Брянск, привет всем жителям этого прекрасного города. Меня зовут Миша Расходников, я режиссер фильма «Эластика», который выходит в прокат 24 ноября. Это Александр Фролов, актер, исполнитель главной роли в этом фильме. Мы вам приветствуем, хотим два слова рассказать и пригласить вас на показ нашего кино. Да, дабы заинтересовать вас и закинуть, так сказать, удочку. Я сам из Брянска и всю юность, молодость пробовал в нашем чудесном городе, и поэтому все, что вы увидите в фильме, оно основано на реальных событиях, реальных впечатлениях, в том числе моих. А в Москву поехал, конечно, за мечтой, за то, чтобы снять кино, и вот мечта осуществилась, теперь назад возвращаем его в Брянск. Два слова сейчас мы расскажем, но все на самом деле вы увидите сами в кинотеатрах. Да, в данный момент сейчас идут предпремьерные показы по всей стране. Слышим первые отзывы, людям очень нравится. Поэтому советуем вам всем сходить на этот фильм. Если вы парень, то обязательно пригласите свою девушку. Если вы девушка, то возьмите парня. Вам обоим этот фильм очень понравится. Это я вам заявляю со 100% уверенностью. Поэтому, друзья, приходите, посмотрите. Тем более, под завершение года российского кино, мне кажется, стоит нас поддержать. Это кино вкратце, просто чтобы не спойлерить весь сюжет. В двух словах, это да, парни да, из далекого сибирского города, о его мечте, о футболе, о любви, о криминале, ну и о чудесном повороте, о котором я не буду рассказывать, потому что для этого как раз мы сняли кино, чтобы вы посмотрели, да. Очень всех ждем в кинотеатрах. Брянск, ура! Приходите, будем рады.